Как видите, друзья, это водоросли морские. Я ем водоросли прилично. То есть, чтобы вы понимали, я не скуплюсь. Я ем редко, но, как говорится, метко. Я просто не хочу хвастаться. Я сейчас в магазине, между прочим. А для чего я ем водоросли? Сейчас расскажу. А что я еще куплю в магазине? Ну, конечно, фрукты. Посмотрите, что здесь. Куда пришла я? Вот. И это сезонное, и это выращенное с помощью натуральных средств. Почему я показала, что я беру водоросли? Дело в том, что если щитовидная железа недостаточно вырабатывает тироксин, кожа становится серой, волосы становятся ломкими, у человека наступает упадок сил, то есть недостаток энергии. Что вам поможет? Во-первых, работа щитовидной железы связана с чистотой толстого кишечника. Очищаться нужно и правильно питаться. То есть правильное питание не просто вот правильное употребление еды, там, допустим, это еда, это. Тут еще и входит понятие как когда, сколько, в каком умонастроении. Понимаете, тут целый комплекс. Работа щитовидной железы зависит от влияния на нее гипофиза. Гипофиз зависит от гипоталамуса. Если вы еще недостаточно пьете недостаточное количество воды в день, то есть 1,5-2 литра, то тогда не рассчитывайте на работу толстого кишечника, у вас будут запоры, и, соответственно, щитовидная железа не будет выполнять все свои функции. Понимаете? Если вы хотите работу щитовидной железы в норме, вы должны очищать кишечник и правильно питаться. Йод, поставку йода вам хорошо обеспечат морские водоросли. Вот в день пол чайной ложки, чайную ложку будете съедать сухих морских водорослей? Пожалуйста. Потому что у всех недостаток йода. Все едят белую соль. Вместо того, чтобы есть йодированную, морскую, притом морскую еще попробуй достань хорошую. Есть соль во Франции, есть соль из Португалии хорошая, но очень много поделок. Поэтому морские водоросли, пожалуйста, в помощь. И очищаться, очищаться и очищаться. Если тебе нужна помощь в очищении, в знаниях, в практике, помощь, поддержка, говорится, зала, моя поддержка, ты можешь подписаться на мой телеграм-канал, ссылку ты найдешь в шапке моего профиля.